С 1 января 2024 года отменен мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства. Это не означает, что в связи с этим начнутся массовые проверки. Орган контроля и надзора обязан уведомить в письменном виде субъект контроля и надзора о начале проведения проверки на соответствие требованиям не менее чем за 30 календарных дней до начала проверки с указанием даты ее начала. По истечении 30 календарных дней после выдачи уведомления о проведении проверки готовится акт о назначении проверки объекта, который регистрируется в территориальном департаменте Комитета правовой статистики и специальным учетом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Только после этого проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям. При выявлении нарушений санитарных требований во время проверки составляется протокол об административном правонарушении на ответственных лиц согласно Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и выдается санитарное предписание об устранении нарушений с указанием сроков исполнения. При выявлении нарушений санитарных требований во время профилактического контроля с посещением объекта административные меры воздействия не применяются. Выдается санитарное предписание об устранении нарушений с указанием сроков исполнения. По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, проверяемый субъект в течение срока, установленного в этом предписании, обязан предоставить в орган контроля и надзора, проводивший проверку или профилактический контроль с посещением объекта, информацию об устранении выявленных нарушений. В случае непредоставления проверяемым субъектам информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в орган контроля и надзора в течение 2 рабочих дней направляет субъекту запрос о необходимости предоставления информации об исполнении предписания. Запрещена проверка объектов, не включенных в график проверок и в список профилактического контроля с посещением объекта, а также малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение 3 лет со дня их государственной регистрации. Такие объекты подлежат внеплановой проверке по обращениям при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств. Отметим, что в этом году специалисты-санитары планируют провести проверки 81 объекта бизнеса. Ернур Бабиев, Диана Блязи, новости.